Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Всем привет! Это снова я, Ткаченко Сергей, на канале GadgetX. У нас обзор или распаковка, или полуобзор BlackBerry. Так, 98.00. Слайдер должен быть. Так, такая вот штучка, в которой он должен лежать. Он не лежит. Он лежит где-то под ней. Так, вот сам телефон. Значит, в коробочке у нас тут наушнички есть. Наушники обычные. Такие 3-5 мм разъем. USB кабель есть. Вот. Так, еще зарядка есть. Блок квадратненький. Мануал и диск. Все, больше в коробочке ничего нету. Так, телефончик наш. Вот он. Телефончик. Бумажечка какая-то. Это, наверное, скорее всего, информация по телефону. А что тут у нас написано? У нас тут модул BlackBerry Touch 98.00 Made in Hungary. Вот такая вот бумажечка и вот такой вот у нас телефончик. Да, ну BlackBerry, конечно, как всегда, на высоте. Телефон, наверное, выглядит солидно. 5 мегапикселей камера, вспышка. Тут 3-5 разъем, такие вот кнопочки у нас выпуклые, гладенькие, такие приятные на ощупь. Экранчик, кстати, сенсорный у него. И также имеются кнопочки. Тут уже так вот у нас все работает. Это назад. Ставлю. У нас очень, ну, неплохо так реагирует на касание, хорошо. Работает нормально. Камера. Где тут у нас камера? Так, тут у нас камера отображает. Так. Угу. Снимать неплохо, в принципе, для 5 мегапикселей. Вполне очень даже сносное качество. Даже не сносное. Ну, есть 5 мегапикселей. Хорошая камера. Что сказать, это же BlackBerry. Так, как тут у нас номера-номера-то. Вот такой вот у нас есть еще клавиатурка. А, он, кстати, да, когда в разложенном состоянии клавиатуры нет, набирать на физической клавиатуре надо. Вот, а когда заходишь сюда, то кольцо вот так, да? Или нет? А нет. Это на смс-ке переключается. Вот и тут тоже можно набирать. И тут тоже можно набирать. Такой вот. О, прикольно. Даже эта клавиша сенсорная вообще. Вот это вот вообще круто. Интересно, интересно. Ну, телефон реально солидно выглядит. Такой увесистый. Хороший аппаратик. Что сказать, это BlackBerry. Очень раньше переворачивается. Вот так вот. Да. Качество аппарата отличное. Кнопочки приятные. На ощупь такие. Это кнопка посередине для камеры. Да, это кнопка для запуска камеры. Она же для спуска камеры. Чтобы делать фотографии. Ну чего, такой вот у нас телефончик пришел. Качество вполне даже. Даже не вполне, а отличное. Это же BlackBerry. И такие вот у него еще кнопочки есть прикольные, переливаются. Так. В общем, аппарат на высоте. Классно. Всем пока. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.